Вот такие крутые товары вы увидите в этом видео. А также помните про традиционный конкурс, который будет в конце. Поехали! Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. Вижу, вам понравилась первая подборка с различными полезными насадками на дрель и шуруповерт. И вот я для вас подготовил продолжение. Вторая подборка не только насадок, но и других полезных товаров в работе с шуруповертом и дрелью. Все ссылочки на товары есть в описании. И те, кто досмотрит видео до конца, смогут принять участие в простом конкурсе. Хочу посоветовать вам классное расширение AliRadar. Это просто необходимая вещь для тех, кто заказывает товары с AliExpress, так как с AliRadar можно отследить динамику цен и понять, кто необоснованно завышает цены, а кто является честным продавцом, и в итоге выбрать товар с лучшей ценой. Установить приложение очень просто, буквально в несколько кликов. Например, вы нашли себе шуруповерт на 25 вольт. AliRadar сразу показывает вам, что надежность продавца всего 44%, завышенная цена и на площадке он только год. Покупать у такого я бы не советовал. Переходим на вкладку «Похожие товары», выбираем такой же шуруповерт за цену ниже почти в два раза. И видим, что это очень надежный продавец, и цена у него нам подходит. Найти его мы смогли только благодаря AliRadar. Это классное расширение, которое даже доступно для Android устройств. Ссылка в описании. Итак, поехали смотреть товары. Приятного просмотра! И начинаем мы с насадки Lobzik с двойной головкой для шуруповерта. Это недорогое, но очень функциональное устройство, с помощью которого можно резать различные материалы, которые применяются в строительстве. Насадка на дрель используется для осуществления резки стали толщиной до 1,8 мм, алюминия толщиной до 2 мм, пластика толщиной до 2 мм, дерева толщиной до 20 мм. Резка деталей из вышеперечисленных материалов осуществляется любой производительной формы и с любой стороны. Используя ее, вы аккуратно вырежете в ДСП-панели, гипсокартонной плите, алюминиевой перегородке нужной конфигурации отверстия для монтажа элементов декора или светильников, монтируемых непосредственно в гипсокартонную стену или потолок. Набор из 32 бит для шуруповерта с удлиняющей насадкой в комплекте. Отлично подойдет для мастера при работе с шуруповертом. Инструментальные насадки выполнены из хромово-надевой стали, имея длительный срок службы при постоянном использовании. Магнитный держатель бит надежно фиксирует насадку и предотвращает выпадение. Особенно это важно при работе на высоте, так как при выпадении насадка 100% теряется. Прочный пластиковый футляр позволяет хранить насадки в одном месте. Шарнирный держатель для дрели. Нашел широкое применение для работы в мастерской и быту. В работе с дрелью с 43-мм диаметром шейки. Он необходим для жесткой фиксации электродрели при различных работах. Набор состоит из трубцины с шарниром, к которому можно на выбор прикрутить или тиски, или держатель для дрели. Шарнирная основа стойки позволяет повернуть инструмент на угол до 360 градусов или наклонить плюс-минус 45 градусов. Коронки для сверления отверстий в нелегированной стали, цветных материалах, железе, нержавеющей стали, пластике. Максимальная глубина сверления в металле 4 мм, в нержавеющей стали 2 мм. Помимо этого их можно использовать и для сверления пластика, листового металла, текстолита и других материалов, а также предметов с закругленной поверхностью, например, пластиковые трубы, где перьевые сверла уже часто просто выламывают куски или даже нержавейку. Приезжают сверла каждая в своей пластиковой коробочке. Внешний диаметр 16 мм, 18,5 мм, 20 мм, 25, 30 мм. Длина 65 мм. Диаметр стержня 9 мм. Платформа для болгарки. Такое приспособление в некоторой мере заменяет маятниковую пилу, позволяя точно и безопасно резать металлопрокат, алюминиевый радиаторный профиль и тому подобное, используя в качестве режущего агрегата углошлифовальную машинку с диском 115-125 мм. Тиски и основания шарнира закреплены на массивном основании платформы. Если необходимо стационарно закрепить штатив, есть два специальных отверстия для крепежа платформы к верстаку. По углам платформы снизу установлены резиновые ножки. Приспособление оснащено защитным кожухом для диска. То есть перед установкой с болгарки можно снять оригинальный кожух. Это особенно актуально для дешевых болгарок с упрощенным креплением кожуха, жестко закрепленным в одном положении. Большой набор сверл.
включает в себя 150 сверл для работы с любым материалом. Изготовлены сверла из HSS стали. Основным преимуществом этой стали перед твердосплавными инструментами является прочность и более низкая стоимость инструментов. Поэтому HSS сталь хорошо себя показывает при прерывистом резании. Ограничением применения HSS являются низкие скорости резания по сравнению с твердыми сплавами. Сверла поставляются в кейсе для удобства использования. Размеры от 0,4 мм до 3,2 мм. Угловой адаптер для дрели и шуруповерта. Используется в качестве насадки для дрели или шуруповерта. Изменяет направление вращения сверлильного патрона в бок под 90 градусов. С такой угловой насадкой можно подлезть для засверливания сверлами с шестигранным хвостовиком или закручивания саморезами с винтами за стенку шкафа без его полного перемещения. Можно просверлить отверстие в углу сложной гипсокартонной конструкции. Приспособление поможет мастерам автосервисов, когда нужно что-то высверлить, выполняя ремонт автомобиля. Самозаживной патрон с хвостовиком-шестигранником для сверл диаметром 0,3-8 мм. Предназначен для шуруповертов и отверток, у которых хвостовик-шестигранник, а вам необходимо просверлить отверстие. Вот именно для этого и необходим такой патрон, потому что сверл с шестигранным хвостовиком практически нет, а благодаря данному патрону вы можете использовать обычное сверло. Сам патрон очень прост в использовании. Замена сверла занимает несколько секунд, а благодаря шестигранному хвостовику его можно использовать даже с ручными держателями бит. Бывают ситуации, когда необходимо просверлить отверстие в очень мягком материале с большой аккуратностью, а под рукой нет шуруповерта, и такой патрон вас выручит. Очень интересный товар, который редко можно найти в магазинах. Сверла с шестигранным хвостовиком. Изготовлены сверла из стали с титановым покрытием. Сверла имеют шестигранный хвостовик, что предотвращает скольжение в адаптере или в патроне. В набор входит 13 сверл диаметром 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5 мм. Подходят сверла для использования стали, дерева, пластика и бетона. Электрическая отвертка. Аккумуляторные отвертки – это чрезвычайно компактный инструмент для работы с крепежом. Удобен при сборке мебели, установке различной техники, например, кондиционеров, мелком ремонте. У нее складная рукоятка, так что можно держать ее как пистолетным способом и как отвертку. В комплекте идет гибкий вал, зарядка и 10 насадок. Емкость аккумулятора 1300 мАч, скорость вращения 210 оборотов в минуту, вес 650 грамм, что увеличивает продолжительность работы, делая ее менее утомительной. Очень удобная вещь. Лучший китайский шуруповерт с аккумулятором на 24 вольта. Аккумуляторная дрель-шуруповерт снабжена быстрозаживным патроном, благодаря чему смена оснастки не занимает много времени, а также мощным аккумулятором на 24 вольта, что позволит вам работать дольше без подзарядки. Двухскоростной редуктор упрощает ведение различных работ. Первая скорость предназначена для завинчивания шурупов, вторая – для сверления. Предусмотрена подсветка рабочей зоны для удобной работы в местах с плохим освещением. Заявленный крутящий момент 35 ньютон-метров, но по факту крутящий момент на высоких оборотах составляет 5,2 ньютона. На низких оборотах с редуктором усилие составляет 16,7 ньютона, что довольно неплохо. Заряжается аккумулятор от полного разряда до полного заряда около полутора часов. Вертикальная направляющая. Сверлить отверстия под ровным прямым углом дрелью или шуруповертом практически невозможно. Вечно их перекашивает и уводит при работе, поэтому нужна направляющая. Она позволит удерживать сверло перпендикулярно поверхности. Вместе с ней идут 5 разных адаптеров для сверл с диаметром от 6 до 10 мм. Такая вертикальная направляющая пригодится в столярном деле и не только. Кондуктор для создания крепких соединений на круглых шкантах. Большое преимущество этого кондуктора – возможность работать с заготовками большого диаметра. Толщина зажимаемой заготовки от 16 до 105 мм. Минимальная ширина заготовки больше диаметра сверла. Расстояние между отверстиями от 18 мм. Сменные направляющие для сверла. В комплекте направляющие под сверло диаметром 10 мм. Комплект поставляется в чемодане и кучей дополнительных аксессуаров. Переходники для головок. Набор из 3 переходников для головок, которые можно применять для работы с шуруповертом или гайковертом. Купить переходники стоит для удержания торцевых насадок различного диаметра. Переходники из набора подойдут для насадок размером 1/4, 3/8 и 1/2. С помощью переходников можно значительно расширить возможность гайковерта, работая с оснасткой разного типа и размера.
легко устанавливается на гайковерт или шуруповерт. С помощью данного переходника вы сможете использовать торцевую головку в шуруповерте. Зенкеры развертки под стандартную биту предназначены для снятия заусенцев и притупления острых кромок в высверливаемых отверстиях, конического зонкования под головкой винтов и тонких заготовках из легированной и нелегированной стали, серого чугуна, цветных металлов, дерева, пластика. Особенности: наклонные отверстия, высокое качество обработанной поверхности, плавный ход работы, хороший отвод стружки и зоны резания. Подходит практически для всех материалов. Используется с ручными электрическими дрелями. А вот и обещанный конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, какой товар из данной подборки был для вас в новинку. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!